Я всегда думаю, что день знаменательный, потому что это не только возвращение Газдана с тех пор, как его стали печатать с конца 90-х годов, но и признание, и как бы реванш какая-то Газдана. Думаю, он и мыслил, и жил, и поступал во многом в том русле, в котором вообще думал и действовал весь этот небольшой народ осетилий. Это русская проза. До него так никто никогда не писал. При этом это абсолютно новое состояние русского слова и новое состояние какой-то вот русской души. Бабель назвал Газданова героический Гайдо Газданов. Понимаете, он не только замечательный, уникальный писатель, он еще уникальная личность с невероятным обаянием каким-то, обаянием, вот, порожденным действительно его философией жизни, это его удивительной стойкостью. И вот я считаю, что эта стойкость – это главное в его жизненной позиции. Он очень рано столкнулся с смертью, это, несомненно, серьезное впечатление. И гражданская война, которая это усилила и перевернула мир во многом, тоже, несомненно, это сформировало его видение мира. Он родился в России, русский язык был его родным языком. И из миллионов русских, родившихся в России, для которых русский язык – родной язык, вдруг возникают писатели, поэты. А в чем и почему, я не решусь ответить. Он эмиграцию воспринял как вызов и достойно выдержал все эти испытания. И мне кажется, что здесь очень интересна и поддержка его матери, которая ему писала, что вот этот физический труд, которым ему приходилось заниматься долгие годы для того, чтобы поддержать свое существование, она огорчалась по этому поводу и говорила, что чтобы он старался, чтобы его жизнь не проходила вне искусства и вне литературы, что нельзя жить по-мещански. Он стал писателем, потому что он любил литературу с детства. Он с детства очень много читал. Он был очень наблюдателен. Он был наблюдателен настолько, что он давал всем коллегам прозвища настолько остроумно подходящие, что потом почти забывались имена этих людей. Они потом ходили под этими прозвищами. Иногда довольно, я бы сказала, злыми даже. Thank you.
Вот он описывает свои посещения Кавказа. Это вечер у Клэр. Известный дом деда, буквально за порогом край города. Утром выгоняют стадо, вечером стадо возвращается с пастбища. Парят орлы. И все это наполнено голосами живых людей. Вот дед, эти его тетки. Связующим звеном между советскими читателями и писателями русского зарубежья служил Михаил Эсаргин, поскольку он пересылал наиболее интересные произведения молодых авторов, он пересылал Горькому. «Вечер у Клэр». Там не только давно замечено, что начинается со слова «Клэр» и заканчивается словом «Клэр». Но на самом деле там тоньше проведена вот эта вся линия, потому что начинается герой, возвращается, смотрит на Сену, и она ему напоминает какую-то гавань. В конце будет вспоминаться Севастополь с ее гаванью. Причем тоже и то, и другое немножко в таком чуть-чуть как будто с тронутым сновидением как бы представлении этой картины и там, и здесь. И это как бы рифмует начало и конец. Потом он возвращается, поднимается к себе наверх, и прежде чем он засыпает, у него в воображении какие-то возникают шевеляющиеся тела. В сущности, это нерожденные образы будущего произведения. То есть получается, что «Вечер у Клэр» — это не роман о прошлом, а творческое воссоздание этого самого прошлого. Он, конечно, был свидетель огромной эпохи, гражданской войны. Вот эти все переживания, они очень достоверны. И он дальше, он начинает уже сталкивать какие-то нравственные величины, начинает куда-то выходить в другие миры, так сказать. И, конечно, на мой взгляд, это просто прекрасно ему удается. То есть писатель, у которого гармонично сочетаются то, что называется сейчас нон-фикшн, то есть невыдуманный мир, и вырастающий, как вот на плодородной земле вырастают какие-то удивительные растения, так вот у него вырастает вымысел, так сказать, на его базе его жизненных впечатлений.
Ко мне пришел уже младший сын, который подрос и уже достиг возраста там героя Газданова, и он попросил меня прочитать одну автобиографическую книгу, и, как ему казалось, очень точно отражающую вот жизнь современного мальчика. Вот. И я прочла эту книгу, он спросил, что ты думаешь? Вот мне кажется, это прям как про меня написано. И я сказала ему, что, ты знаешь, это очень-очень слабая художественная книга. На что, конечно, сын спросил, ну хорошо, может, она там художественно несовершенна, но ведь... Я сказала, нет, на этом все заканчивается. Понимаешь, я говорю, если тебе хочется посмотреть, как человек осмысляет опыт 16-летнего, 17-летнего человека, то вот «Вечер у Клэр» Гайто Газданова, давай посмотрим, и ты увидишь, что ты устроен сложнее, и что даже автор этого плохого романа устроен намного сложнее. Посмотри, как это делается. И мы с ним стали читать вслух «Вечер у Клэр». Мне, конечно, было интересно две вещи. Первое – это сравнить собственные ощущения спустя какой-то период, посмотреть, что я об этом думаю, и правильно ли я понимала тогда Газданова. Вот. И мне, конечно, было очень интересно следить за реакцией современного юноши на опыт Газданова. И, во-первых, я была очень рада тому, что Газданов для современного молодого человека, он попадал в самую точку его ощущений, переживаний. Но, с другой стороны, конечно, насколько это все звучит богаче и сложнее переживаний современных молодых людей. Это поколение, это кого затронула гражданская война, Гайдар, Шолохов. Всех говорят, что у Гайдара рассказ РВС вполне взрослый, 22 года человек. Шолохов, известно, что эти сомнения, кто написал «Тихий Дон», во многом основаны на том, что он слишком молодой. Человек дважды стоял под расстрелом, и поэтому, разумеется, он за это время постоял просто. Причем тоже ведь особенность поколения. «Вечер у Клэр», 29-й год, ему 26 лет. Когда любой человек возьмет книгу и попытается представить, сколько было автора, он по меньшей мере 10 лет накинет. Но при этом вот самое важное, что не то, что они повзрослели или постарели, но то, что меняется угол зрения и вообще видение мира становится другое.
Открыл для себя его поздно. Причем открыл в Болгарии, где я работал послом с 92 года. Вернулся из Галлиполи в Турции, куда ездил специально для того, чтобы посмотреть, в каком состоянии находится галлиполийский знаменитый памятник, холм, который сложили наши эмигранты. И вот я все это вместе со своими коллегами-дипломатами осматривал, изучал и в Турции, а потом вернулся в Болгарию. Знаю гимназию, в которой учился Газданов. Это была русская гимназия. И вот в этот же период я впервые прочел Газданова и впервые прочел роман, который, на мой взгляд, лучший, для меня он самый любимый, это «Вечер у Клер». Много русских эмигрантов имели такую же тяжелую судьбу, и могут они рассказать, и рассказывали в своих мемуарах, но так великолепно написать, так показать этот внутренний мир, с одной стороны, чистый, романтический, а с другой стороны, искалеченный трагедией нашей Родины. Так мог только выдающийся писатель. Ему и другим пришлось здесь трудно, было одиночество. И были они оторваны от родной почвы и от языковой стихии. И то, что сделал Газданов, как и другие, это подвиг. Писать на русском языке, когда вокруг тебя все говорят на французском языке. И сам он интересовался, он человек продвинутый, он учился в Сорбонне, ходил слушать лекции. Безусловно, отчасти ему не повезло, что он оказался как-никак в тени Набокова. Но он сам по себе, без громких слов, великий писатель. И то, что он смог сделать не в самых благоприятных условиях, это тоже. Это, понимаете, это назидание, это урок, который он российским писателям преподносит и по сей день. И работал чернорабочим. То на автозаводе «Ситруэн», то там локомотивы он там чистил. Вот. И в конце концов он сделал правильный выбор. Потому что быть шофером, к тому же ночным, это свобода, это общение. Ты видишь, Париж, ночной Париж. Газданов работал по ночам для того, чтобы днем у него была возможность писать, работать. И ночная жизнь Парижа давала ему пищу для фантазии, пищу для того, чтобы развивать события и биографии, которые в дневном мире как-то не видны, как-то спрятаны. А ночью вот эти все пузыри земли, как говорил Шекспир, они все поднимаются на поверхность. И вот эти люди, как правило, люди с изломанными судьбами, но с чрезвычайно интересными биографиями. И Гайто, как человек тоже с невероятной биографией, он очень хорошо чувствовал их, он умел их расположить к себе. А дальше уже работала его фантазия, его талант. На мой взгляд, абсолютно верно было замечено, что Газданов очень кинематографичный писатель. Это действительно так, потому что, когда читаешь его прозу, очень много. «Игра света теней», «Вспышка спички», «Светлое небо, темная земля». Ну, масса разных наблюдений, которые делают его с крупным планом очень интересно работать, с флешбеками, да, вот эти воспоминания, замедленная съемка. У него масса того, что было тогда отражено кинематографом, который очень ярко и мощно развивался. Мало того, на мой взгляд, Газданов много предвещал того, что будет в кинематографе, потому что многое, например, из
«История одного путешествия» — это просто, на мой взгляд, предсказание стиля Антониони. Ну, вот такие вещи, скажем, неореализма, да, эпохи неореализма. Он очень кинематографичный. Роман «Призрак» Александра Вольфа он писал с ориентиром на экранизацию. И действительно, в 1949 году в Америке одна из телекомпаний экранизировала этот фильм. Вот. Но, по словам племянницы Гайто Марии Ламзаки, значит, когда он посмотрел этот фильм, он пришел, долго, значит, плевался и говорил такими весьма крепкими и ныне запрещенными словами по поводу этой экранизации, но самое мягкое из которых было: «Ни хрена эти американцы ни в нашей жизни, ни в нашей литературе не понимают». Есть период публикации, это первый, да, есть потом период изучения, и есть потом период творческого осмысления. И, на мой взгляд, сейчас пришел период, на мой взгляд, кинопостановок Гайто Газдана. То есть, если бы такое произошло, то, во-первых, это была бы новая жизнь для газдановской прозы, а он просится на экран, это очевидно. И я думаю, что он произвел бы очень большое впечатление, как вот именно автор кинопроизведений. Я уже больше 20 лет являюсь автором сценария и обладателем прав на экранизацию романа «Призрак» Александра Вольфа. Я надеюсь, что Господь не даст мне уйти в могилу, не сделавший этого фильма. Я думаю, что это один из главных смыслов вообще моего существования. Ранний Газданов такой рубленной фразой, довольно яркие, но видно, что это все сделано, то есть, что он вот старается, что он писает. Вот эта литературная сторона заметна. И сквозь это понемножечку прорастает вот этот более поздний Газданов вот с таким, скорее, печальным взглядом на мир, но спокойный, печальным в основном, который, кстати, вот эта вот его постоянная рефлексия, она, возможно, еще отсылает к его детским годам, как-никак известно, что он в ранние годы начитался философией, а рассуждательный стиль, в общем, для философов очень характерная черта. Thank you.
И это был для него способ общения с верхним слоем, с культурным слоем, когда он стал масоном, да, и там, значит, вольнокамещиком, и он там даже сделал как бы карьеру, но, да, пошел наверх, и опять он выступал, он оставался самим собой, он выступал в литературе, о Достоевском, там, у него были доклады, он общался с теми, с которыми он познакомился еще в Константинополе. Это Вадим Андреев, сын Леонида Андреева, это Сосинский, и это ему пошло на пользу. Писатель, он всегда перед собой имеет какие-то образцы. Газданов в своей статье о молодой эмигрантской литературе скажет, что изменились какие-то моральные нормы в мире, вообще мир перевернулся, и какое-то другое отношение у людей возникает ко всему, что произошло. Поэтому, не имея вот этой базовой моральной составляющей, причем он с ссылкой на Толстого это все говорит, и не без оснований, как бы вот, когда этого нет, то не может быть подлинной такой опоры у прозаика на вот то, на что он раньше мог опираться. Поэтому надо писать как-то по-новому. Первым исследователем Газданова был Ласло Диныш, который сыграл очень важную роль. Это американский исследователь, он учился в Гарвардском университете и занимался в семинаре Всеволода Сичкарева. К сожалению, он уже не застал в живых Гайто, но он подружился с Фаиной Дмитриевной. И она его даже называла приемным сыном. Он действительно очень обаятельный человек и вызывает доверие какой-то и симпатию, и написал очень хорошую книгу. Диныш уже в своем исследовании тоже указал, что Газданову удалось синтезировать русскую литературную традицию и западную. И если в начале, например, сравнение Газданова и Набокова вызывало такой скепсис или какие-то сомнения, то сейчас уже появились исследования о том, что между ними происходил поединок, а некоторые авторы даже считают, что Набоков уехал, потому что поединок, ну это уже такая, может быть, любовь Газданову, что уехал, потому что поединок выиграл Газданов и так далее. То есть, хотя сам Набоков тоже о нем очень хорошо отзывался, он указал его произведения среди в такой очень хорошей компании с Гофманом, Гёте, Гёльдерлином, с Пастернаком. Сам Диныш из работы это четко вытекало. Он находился явно под обаянием Газданова. И для него самого было открытием, что оказывается, в эмигрантской литературе была фигура, сопоставимая с Набоковым. И что даже в каких-то аспектах взыскательная критика Газданова считала более предпочтительным. И вот это все я как бы у Диныша вычитал, что у Газданова вот его литературный эксперимент и его достижение в том, что он, продолжая традиции русского реализма, да, Толстого, Чехова, Бунина, он использует при этом и достижения европейской литературы. Газданову, пожалуй, как никому другому, удалось вывести какую-то особую интонацию в русской литературе. Я не знаю, в чем секрет. То ли в том, что это был писатель, который писал по-русски, и при этом у него были осетинские корни, то ли потому, что это был писатель, который писал по-русски, оказался в совершенно другой языковой среде и вообще как бы в другой
атмосфере цивилизации. Да, это было как бы другое дыхание цивилизации, где говорили на другом языке, где говорили с другими интонациями, где иначе строили фразу. А вот Газданов как-то все это так переварил и так сплавил, что получился совершенно особый феномен прозы. Человек стал писателем, стал хорошим писателем, стал прекрасным затем писателем. И прекрасные писатели рано или поздно становятся классиками. Я бы не сказала даже, скажем, я не могу назвать феноменом тот факт, что человек осетин по происхождению, этнический осетин, стал русским или становится русским классиком. Я не вижу в этом феномена, потому что, скажем, во Франции есть поэт Аполлинер, он поляк. Но он французский классик, его изучают в лицеях, в школах, его стихи изучают как стихи французского поэта. Гайто Газданов, Георгий Иванович Газданов, русский писателем. Эмиграция, она тех времен, она, главное, хотела быть верна. Верна своим истокам, верна России, то есть верна русской культуре. Она считала, что в этом ее миссия. И она шла легко на нищету, шла легко на все трудности жизни, лишь бы, вот, как бы сказать, продолжать свою вот эту внутреннюю миссию. И тем самым и внешне. Он прошел этот путь, я бы сказал, ну, славный путь нищей эмиграции. Но не искал совершенно, понимаете, вот он не искал успеха. В нем не чувствовалось, скажем, ну, амбиции. Он был писатель, как бы сказать, по призванию. Он владел языком как настоящий, хороший писатель.
Газданов здесь не выполнял ничего заказа, то есть он писал свободно. Он писал так, как он видел. И он писал об этих людях, не приукрашивая их, вот, и не стремясь выполнять какие-то идеологические тут задачи. Et combien lui et sa femme ont baptisé d'enfants juifs orthodoxes. Ils étaient parents de je ne sais combien d'enfants. Ils ont été remarquables, vraiment remarquables. Et les juifs ont confié à Gazdanov de l'argent, l'or. Ils partaient, ils confiaient l'argent. En Gazdanov, qu'ils ont retrouvé intact quand il est venu. Mais ce qu'il y a, il y a une très jolie histoire là-dessus. Un des amis de Gazdanov, qui était père de famille, on devait l'envoyer pour les travaux forcés en Allemagne. Он встречался со многими участниками непосредственно боевых действий. Вот эти группы партизан русских, которые там действовали, они создавались из тех, кто бежал из немецкого плена. Он не просто описывал какие-то там эпизоды, он показал определенные характеры. И он первый вывел образ советского партизана Василия Порика, который получил звание Героя Советского Союза только спустя, по-моему, 25 лет после того, как Газданов о нем написал. В общем-то, это одно из лучших произведений вообще, которое было написано о партизанах Второй мировой войны из документальных произведений. Я думаю, что это одно из лучших. Он, конечно, мог перейти на иностранный язык, он хорошо знал французский, но все-таки, как он написал в письме Горькому, что родной язык для меня русский, ни на каком другом языке я писать не буду. Вот это его была преданность языку и культуре, и в конечном счете и России. Thank you.
Когда-то Тургенев говорил Флоберу о Пушкине, и Флобер попросил его перевести ему что-нибудь. Тургенев перевел одно из лучших стихотворений Пушкина «Я вас любил». И Флобер сказал: «Но это плоско, то, что он пишет». Тургенев был прекрасным переводчиком, это несомненно. Пушкин – великий поэт, и это тоже не вызывает никаких сомнений. Но дело в том, что передать на французском языке русский поэтический гений, надо полагать, невозможно, или во всяком случае необыкновенно трудно. Не хочу быть голословным. Привожу одну строфу из «Незнакомки Блока» по-русски и по-французски. «И медленно пройдя меж пьяными, всегда без спутников, одна, дыша духами и туманами, она садится у окна». А вот как это звучит по-французски. «Et lentement, à travers les gens ivres, sans cavalier derrière soi, brume et parfum, le regard peut la suivre à la fenêtre qui s'assoit». Правда, перевод плохой и неточный. Но дело даже не в этом, а в очевидной невозможности перевести Блока на французский язык. Вы знаете, это был довольно замкнутый круг. Круг русской интеллигенции в парижском изгнании, многие из которых работали на радио «Свобода» в те годы. Это был Александр Бахра, который был секретарем Бунина и много с ним общался, и у которого есть очень богатая переписка с Мариной Цветаевой. То есть это вот этот круг. Там был Василий Вейдли, блестящий специалист Древнего Рима и Древней Греции. Там был, кто еще, Адамович, например, великолепный литературный критик. И эти люди, они были все гораздо старше, чем я. У нас в то время было двое молодых вообще на всю русскую редакцию. Я и Молли Гордин. Молли Гордин, которая по радио выступала под псевдонимом Инна Светлова. И они с нами вели какие-то поучительные разговоры, а высокие материи обсуждали между собой. Что бывает с пожилыми людьми? И это был круг, конечно, блестящих людей, которые делали великолепные передачи по «Радио Свобода». И дух, творческий дух на «Радио Свобода» был тогда, ну, просто неповторим. Внизу первое окно налево. И видно натур. Он был очень рад там жить, потому что сад, английский сад, недалеко. Многие думают, что радиоработа мешала писателю заниматься своим делом, потому что она переключает, как тумблер, в другой режим. Ты начинаешь мыслить и рассуждать другими словами. Это да. Но на то он и писатель. На то он и талантливый человек, что свой тумблер он может переключать и в обратную сторону. И чем он свободней как личность, как писатель, как мыслитель, как художник, тем легче ему этот тумблер переключать. Или наоборот, труднее. У меня такое ощущение, что работа не съедала его как писателя, а съедала то время, которое ему было нужно, чтобы быть писателем того же класса в больших произведениях. Потому что на рассказ времени ему не хватало. Рассказ «Нищий» – один из лучших рассказов, где очень сильна толстовская, кстати, тема, неожиданная. То есть, показать, что есть настоящая жизнь, а не вот эта вот мишура, а вот эта простая, может быть, нищая, нелепая с точки зрения обычных людей жизни, она, может, и есть самая подлинная.
90-е годы, после первых публикаций, еще в Советском Союзе, произведения Гальдана начали выходить и в Югославии. Одним из первых переводчиков Газданова является мой брат Душко Паункович. Он не только один из первых переводчиков, но, можно сказать, основной переводчик Гайто Газданова на сербский. Я перевел большую часть рассказов в его собрание сочинений, а Душко в основном переводил роман. В 90-е годы мы начали популяризовать наследие Газданова, и первыми по-сербски вышла книга «Начни дороги». В определенном смысле эта книга утвердила Газданова в Сербии как очень важного русского писателя и, можно сказать, как писателя мирового значения. Газданов оказал определенное влияние на сербскую литературу, на сербские писатели, которые его приняли как своего. Занимаясь Газдановым, я открыл фактически целый мир. Я познакомился с очень интересными людьми всего мира, которые такой же, как и я, степени признательны Газданову за то, что он подарил мировой литературе. Я достаточно хорошо знаю иностранную литературу и могу с полной ответственностью утверждать, что ничего подобного Гайто Газданову в мировой литературе нет. Радио «Свобода» снимало квартиры для служащих, которые приехали из других стран. Георгий Иванович из Франции, а меня привезли из Америки. И мы жили на Зибертштрассе, там были квартиры были рядом. Георгий Иванович был большой знаток музыки, притом хорошей музыки. Я в то время брала уроки здесь, в музыкальной школе. И вот освобождается одна из квартир рядом с нами. И к моему ужасу я слышу, что Георгий Иванович интересуется этой квартирой. Думаю, что же я буду делать? Он такой знаток музыки, а я своими упражнениями. Попробовала коллег попросить, уговорите Георгия Ивановича, чтобы он не брал квартиру. Скажите, нет, там винтовая лестница противная такая, отговорите. Ничего не вышло. Георгий Иванович сказал, нет, мне нравится квартира. И переехал. Ну, я, конечно, упражнялась дальше, у меня был очень строгий учитель. А потом коллеги на работе его спрашивают, Георгий Иванович, ну как вам соседство с Галей? Он говорит, хорошо. Вы знаете, она играет Шопена не так, как Артур Рубинштейн. Замечательно. Мой брат Георгий Зотов, и они очень дружили. Да, и когда у него родилась девочка, Георгий Иванович, насколько я помню, подарил моему брату не то коляску, не то что-то такое. В общем, очень широкий такой большой подарок сделал. Я был Libre de Солженицын в 71-м, который был пару август, août 1914, август 14-м. Il avait lu quelques chapitres, il nous a tenu toute une conférence sur le bouquin et sur Solzhenitsyn. Mais c'était des conférences, pas de haut, mais c'était incroyable, cette volonté, cet esprit. Schiller dit « Das ist der Geist, der sich den Körper baut ». Et bien là, je l'ai lu chez lui. Et c'est exactement ce qu'il décrit dans Wolf. Il y a une conversation entre le narrateur Wolf. Après leur deuxième rencontre, je crois, ils ont
fait nuit au Martre et il rentre le matin. Il traverse un pont sur la Seine et là, il y a conversation de la femme et convaincu qu'il aura une mort brutale. Et Castana, lui, est une mort dans la rupture du rythme. Собралось очень много местного русского общества, активное участие приняли. Мы даже сделали поминки, как установили над кровью. В основном затейщиком был Велик. Я поехал на Сен-Женевьев-де-Буа и начал искать могилу. Нашел я ее с трудом. Естественно, мне надо было... Один раз приехал, справочная была закрыта. Второй раз приехал, они мне примерно ориентир показали. Короче, я нашел могилу, она, конечно, была в ужасном состоянии. То есть, ну, во-первых, памятник из крошки мраморной, очень такой. Все посерело, надписей вообще практически не было видно. Вот, ну, я начал сам ухаживать, там, подмести, там, убрать, там, почистить и прочее, прочее. И все-таки на это место... привозил иногда, значит, наших туристов. И что заметил, что очень часто, не очень часто, но вот когда я приезжал, всегда на могиле лежал бугит. Время у меня близилось уже к концу моей службы в ЮНЕСКО, и я уже начал думать о том, что надо как-то довести это дело до какого-то логического такого хорошего. И у меня возникла идея просто-напросто, ну, обратиться там рядом с кладбищем, компания какая-то. Я обратился к ним, назвал номер могилы, все показал. Я говорю, приведите ее в порядок, вычистите, покрасьте, надписи возобновите. Они все это сделали. И во время вот этой вот всей процедуры начала зарождаться идея поставить здесь памятник. К этому времени я очень хорошо был знаком с нашим Владимиром Соскиевым. Я ему говорю, Володя, я говорю, вот так и так, как ты отнесся бы, если бы вот... Ну, поначалу, естественно, было тяжело в том смысле, что это все-таки Париж, значит, надо везти туда и так далее. Но, тем не менее, идея возымела, так сказать, действие. И Володя начал работать. Вот этот период, возраст, меня почему-то, вот период раздумий, да, куда податься. Мне как-то это было близко, понятно, да. Вот какое-то вот состояние смятения, что ли, вот туда-обратно, куда-то еще. Когда-то жива была еще Зинаида Шахадская, которая говорила, что Газданов жил очень одиноко. Он появлялся и исчезал. В нем была такая горская, как бы горская гордость, да, вот что ли. Многим кажется, вот особенно «Пробуждение», да, что это некий такой морализаторский роман. И об этом как раз писал Юрий Иваск потом, что вот, наверное, Газданов бы сам как бы усмехнулся, если бы мы стали говорить о положительном герое, а между тем он этого положительного героя вывел. Так вот, Газданов этим романом, надо сказать, просто выступил таким адвокатом среднего человека, показав, насколько человеческая скромность и абсолютное нежелание быть выдающимся человеком, насколько оно может быть в потенции совершенно как бы, невероятным человеческим качеством. И что это качество как раз после, наверное, всяких потрясений, которые пережила Европа, вот война,
вот эта ходульность разных теорий, вполне возможно это. Вот что он хотел сказать этим романом? Почему он такому скромному человеку, как Пьер Фаре, в общем, вложил, да, как бы в руки возможность совершить героический поступок, ну или, по крайней мере, очень красивый поступок, то есть возродить из небытия, из безумия женщину, мимо которой могли бы все пройти, а он не смог. Вот он ее как бы взял на свое попечение и совершенно не рассчитывал, что она его полюбит, потому что понятно, что она ему постепенно нравится, начинает, да, но там не об этом речь, там как бы идет другое возрождение, там пробуждение двух людей, пробуждение Пьера Фаре, потому что он открывает свои возможности рядом с этой женщиной, пробуждение этой женщины Анны, которая становится совершенно другим человеком рядом с этим средним, невзрачным бухгалтером, который на самом деле отдавал все деньги своей маме, который участвовал в войне, но при этом никого не убил, потому что если мы будем читать внимательно роман, ни в одном военном, так сказать, в действиях он не принимал участия, который и так далее, который никогда не украл. И вот мы смотрим, что это не укради, не убей, почитай отца и мать, да, вот эти все заповеди, этот скромный человек, который совершенно не претендует ни на что абсолютно, что по большому счету это и есть герой нашего времени, вот что удивительно. Казданов для меня начался еще на студенческой скамье. Это был сначала такой чудный момент открытия. За ним последовали не совсем приятные отзвуки по поводу этого знакомства. Потому что первое свое студенческое взыскание я получил за курсовую работу, которую написал по творчеству Гайто Газданова. Причем я дошел даже до Галазова, тогдашнего ректора. Совершенно неожиданно для меня, но он поддержал меня в этом. А предшествовал этому какой-то самиздат, который я сначала прочитал. Это «Ночные дороги», это было путешествие, это было возвращение Будды. Вот одно за другим. И находясь вот в этом процессе, мне почему-то захотелось вот какое-то свое слово сказать. Я понимал, что оно не будет прорывным, не будет ценно для современного литературоведения, для критики профессиональной. Но это было очень важно с точки зрения приоткрытия нашего пространства, в которое и таким образом должен был входить Гайто, имя которого сегодня наряду с величайшими писателями 20 века вошло в скрижали мировой литературы. Когда к нам присоединились, а, наверное, скорее здесь было присоединение с моей стороны к трем великим представителям нашего народа, Володе Соскиеву, Валерию Гергиеву и Таймуразу Болоеву. И этой группой нам удалось осуществить эту идею. Я верю в Бога, но, вероятно, я плохой христианин, потому что есть люди, которых я презираю. Если бы я сказал, что это не так, я бы солгал. Правда, я замечал, что презираю не тех, кого обычно презирают другие, и не за то, за что людей чаще всего презирают. Но огромное большинство людей надо жалеть. На этом должен строиться мир. По-моему, тут есть объяснение всей его биографии и всей его замолчности. Он презирал не тех и не презирал не тех. Газданов – это продолжение той литературной традиции, которая нас воспитала. Газданов – это время расцвета русской литературы в изгнании. Газданов становится сейчас неотъемлемой частью не только русской, но и мировой литературы.